И здравствуйте, здравствуйте, это канал Максиманцы. Сегодня мы сыграем в Три панды в Бразилии, а еще Три панды в Японии, если на них хватит еще время. В прошлой серии по Трем пандам мы проходили первую и вторую часть, которые вот эти вот. А сегодня у нас Три панды в Бразилии, которая вроде бы является третьей игрой в серии. Всего их 5. Помимо трех панды Бразилии и вот этих вот двух частей, еще есть три панды в Японии и три панды в Фантазии. Их мы тоже пройдем. И давайте начинать. Жили на острове туземцев наши панды. А тут их браконьер поймать решил. Но они вырвались и попали вот сюда. Опа. Так, что-то курсор у меня сначала не работал. В общем, надо кликнуть на кнопку. Стой, подожди, стой, куда? Вот этого сюда еще, высокого. Да, забавно. Так, прыгаем. Также последуем, к примеру, этой кошки. Ха. Да, вот так кошка, блин. Так, мы в Бразилии, короче, действительно такие. Нас снова обучают, как каждого персонажа использовать. И нам предлагают закинуть большого этого маленького вот сюда. Но вот что делать надо? Стой. Одну секундочку, мне звоночек. Звонят, короче, представляете? Но обычно во время видео мне либо от бабушки там звонок бывает, либо от каких-то там... Бывает от Лёхи, там, от друзей. Бывают иногда такие, которые просто вот... Какие-нибудь незнакомые звонят, я отвечаю прямо на видео. На паузу обычно не ставлю. А этот звонок, это по работе было, надо было ответить. На работу пытаюсь устроиться. Короче, давайте залезать. Наш мил друг получает вот такую футболочку. Это офигенно. Как вы уже знаете по предыдущим играм, один раз прикоснулись к колесу, дальше оно уже бесконтактное. Можем просто с расстояния крутить его. Так, да-да-да, я помню, что этот умеет делать. Вот так вот, вот такая реакция цепная. Вот такая цепная реакция. Опа, электричество. Нам... Вот что будет, если мы туда так полезем. Мы его починили, и теперь можем на кнопку нажать. Благодарю, добрый человек. А как ее использовать? А я не понял, мы для чего лодку заказывали? Что это было здесь за где? Я
Я так и не понял, зачем мы заказывали лодку. Странно, почему она не едет? Я что-то не понимаю, ребята, что происходит. Почему я не могу ехать на лодке? Ой, что я сделал? Твои же налево, да что же это за глюки такие? Почему корабль не плывет? Может, сразу прыгнуть? Да что же это такое, а? Она не плывет! Не плывет лодка. Может, это на этом сайте игра так глючит? Или что, я не понимаю. Может, надо еще раз нажать на эту кнопку? А, подождите. Так, еще раз давайте. Я смогу вообще нажать на эту кнопку, когда без контакта уже буду от нее? Я полагаю, что... Надеюсь, что могу, иначе как по-другому вот сюда забраться? Вот так. Немножко глючно работает лодка эта. Но, слава богу, все-таки она работает. Так. Браконьер опять нас преследует. Так. Отведай-ка силушки пандовской. Отведал силушки пандовской, да? Испугался, что ли? Убежал. Какая-то странная вот эта вот задумка, конечно. Немного нелогичная, что я бы сказал. А, ничего себе. А как они угодили туда вообще? Это включать магнит. Я их поставил, но вот что делать... А наш друг маленький сможет до туда долететь? Не, маловато ему. Опа. Спускайтесь вниз, ну-ка.
А эти не смогут выбраться. Так, заново давайте. Надо подойти чуть ближе. Подлагивать игра аж что-то начала. Ну-ка, еще раз. Опа, ничего себе. Давай, вытаскивай его. Так, а ну-ка. Освободить надо его. А, еще вот эту преграду надо с дороги убрать. Чё она не прихватывается-то? Еще раз. Так, еще раз. Не прихватывается что-то эта штука. Так, давайте еще раз. Так вот как теперь этим наверх вернуться? А, вот все легко. А вы чего стоите? Тоже давайте наверх. О, все, туристов спасли. Теперь надо эту преграду убрать с дороги и... как-то наверх попасть. А хотя как по наверх попасть? Можно по зонту просто прыгнуть. И все, мы окажемся наверху. А ты чё стоишь? Тоже пошел, давай. Блин, проклятая преграда. Чуть-чуть назад. Ну, прыжок. Давайте прыжок через эту фигню. Так, мил друг. Прыгай туда. И наверх. Ну, наконец-то вы прошли этот уровень. Так, еще один... Еще один застрял. А, спасти жирафа нужно. Так, ну-ка, прыжок.
Здесь уже без центральной кнопки. Потому что это не магнит, это экран. О, локация прям очень похожа на ту, что была в первой и второй части, но позади видно город. Короче говоря, мы в зоопарке. Нам надо достать бананов. Так-то. А теперь этот муравьед поможет нам запрыгнуть наверх. А жираф поможет нам подняться. А что это за проваливание в текстуры сейчас были? О, благодарю, братья наши меньшие. Так, это что еще за тип? Квартиру обворовывает. Нас не этот негодяй нас не пустит. Надо полицейского от этих пончиков отвлечь. И сделать вот так. Что это за язык такой был? Теперь надо как-то наверх опять забраться. Только надо, видимо, подойти чуть ближе. Да что ты? Не допрыгивает что-то. Как допрыгнуть до той кнопки? Он не долетает до туда. Кажется, кто-то один должен встать на эту сторону. А ты назад иди. Как их разъединить? Не долетает он до туда, просто не долетает. Или на ящик, может, уже. Да и до ящика не долетает. Я не понимаю, что делать надо. Стой! Наверх давай. Сейчас сделаем как надо. Вставань сюда. Хорошо. Опа! Это что сейчас было? А, опять этот браконьер. Вот, падла, а? Панда разберется с падлой, ничего страшного. Ох, это еще что за
Логово страшное. Опа, нам туда не надо было. А, вот как мы можем туда забраться. Улитка, кстати, которая ползает, напоминает то ли из губки Боба какого-то там улитку, то ли еще откуда-то. Ой, это не то, что нам надо. Для чего вот это нам надо? Пишет. И оба! Это нас вот так сейчас за... Да блин, их обратно что-то откидывает назад. Ну-ка. Да не туда, дебилы! Ой! Странная система какая-то немного. Ладно, еще раз попробуем сейчас. Да не туда, не туда, я говорю. Я не понимаю, обязательно ли вот этот вот левый... Поворотник. Переключатель. Обязателен ли он? Я в нем не, я не вижу в нем особого смысла. Вот в этом смысл есть. Теперь наоборот спустим, чтобы они, короче, не утонули сразу в случае чего. Ну да, не обязательно он был абсолютно. Так, тут грузовички у нас ездят. Что надо сделать здесь? И не только грузовички, полицейские ездят. Так, и для чего это? Улетели на шариках вверх. Какой-то центр у нас тут. Давайте войдем в него. Да без проблем. Дайте только несколько попыток. Опа! Хыц! Гол! Мы выиграли, ё-мо. А это еще кто такие? А ну вперед! Ох, ни хрена ж себе! Ой! Подняться, наверное, на нем надо. Во-во-во-во.
карнивал. Карнавал. Так, как нам через него перебраться? Наверное, вот так сначала. Так, ну и... Ой, что это такое? Обокрали людей, значит. Ни в чем не виновных. Так, надо еще что-то одно, я так полагаю. Наверное, что-нибудь вот здесь, из листьев. Куда ж ты лезешь-то? Ну вот, теперь нас приглашают на карнавал. А вы чего стоите? Тоже давайте вперед на карнавал. Ну что ж, не, все-таки давайте эту серию посвятим только трем пандам в Бразилии. Мы в нее почти полчаса играли. Три панды в Японии мы, наверное, сыграем уже в следующей серии. На сегодня все. С вас Экос подписался. С меня эпичные видосы. Три панды в Японии, три панды в фантазии обязательно будут. Подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте, в канал Зени на всякий случай тоже. И всем пока.